Интернета нет у вас? Да? Раздать интернет? Сейчас он будет сейчас этот iPhone Руслан будет. iPhone Руслан, смотри, Wi-Fi. iPhone Руслан. Да. А цель какая для интернета? Да, да, хорошо. Давай. Цель какая? Чтобы что, Сбербанк онлайн скинуть деньги или что? Да. Все окей? Да, сейчас. Вы там живете, на Спасском 6? Да. Живете там? Чуть-чуть. Да ладно, окей. You are living this house? Yes. Спасский бульвар, стрит? Авто? Так, где? Здесь просто стоять нельзя? Давайте половину от цены. Половину денег от цены. Вы сейчас просто уйдете, и вас ждать буду здесь. Сюда обратно. Я понял. Ну, половину. Вы пока уходите, у вас оплата наличная. Деньги на карта. Ну, скиньте половину, идите пока, сходите. Да. Нет, сейчас, стоп, подождите. Магазин кушит. Окей. Ну, окей, ладно, давайте. Я жду. Так, ну что? Вчера Леня вез Дворецкого, значит, с островов, и у него подозрение на коронавирус. Медики его проверяют, и сейчас я ему пишу, типа, ну что-то там, температура есть. Он померил, типа, 36,5. Он говорит, а ты, Руслан, как у тебя дела? Померяй, пожалуйста, температуру. Я пишу, померил. Пиздец, короче. Он, типа, ты чего? 36,5. Пугал меня вообще, я уж испугался, блин, а? А вот там вот, короче, сейчас чувак, который с нами жил в отеле, пишет, что у него самолет отменили, типа, рейс 29 марта переносит на 17 апреля, а у них в отеле, короче, на вилле, где мы жили, уже вообще никого нету, и он уже там месяц, и он вообще в ахуе просто, говорит, ты что делать, я хуй его знаю, сейчас написал в консульство. Жестко, жестко, реально. Подос, блин. Окей, бро, говорит. Кушайте, бро. Ну что, как думаете? Оплата наличными? Негры? Это чем-то похоже, наверное, на каких-то таких наебщиков.
cold? Интернет. Интернет я не отключал. У меня включено все. I go go. That place not open now. I don't enter, no open. You know open. You know, for that's not there open. You know they open. Чем развернемся пока? Да? Come down, I beg. Yo, Michael, the Фанта дринк. Штаны висят, жопы торчат. Да уж. 88. Алло. Здрасте. Ну, да. Я с этого профессионального предпринимателя договорились с вами сегодня с вами. Хотела уточнить по поводу услуги зарплатного ответа для вас как для индивидуального предпринимателя. Угу. Ну, пока еще не актуально. Я пока сейчас, на самом деле, у всех дела на паузе стоят в связи с тем, что происходит. Коронавирус как бы усложняет работу у всех. И мне пока все еще выгоднее работать как самозанятый с таким налогообложением и как бы вести расчеты через карту, через свою. Я вас поняла. То есть, в принципе, пока у вас в связи с обстановкой, да, не будет оборотов по расчетному счету? 100%, да. А что, прошу прощения? 100%, да, я сказал. Хорошо, тогда информацию укажу на данный момент, то, что услуга не актуальна, и если в будущем будет интересно, то сможете ее подключить дистанционно. Понял, спасибо. Лично победить буквально в течение пары минут оформления. То есть, какие-то текущие вопросы, может быть, у вас тут появились? Не, пока нет ничего, спасибо. Хорошо, свои контакты вам направляла, обращайтесь, буду рада помочь вам. Хорошо, спасибо. Хорошего дня, всего доброго. Взаимно. Где это нига мазафака? Эй, нига мазафака, бро. Приходи, давай, иди. Блин, я еще так поздно поставил на платное ожидание. Я не знаю, что я затупил. 5 минут простоял без платного и только потом включился. Показывал, что будет примерно 30 минут езды тут и так далее, там, значит, туда-обратно. И это железка. И 340 рублей должны были заплатить наличными. Сейчас вот капает, 4 минуты накапал, уже 370. Было бы, ну, как бы еще 5 минут лишних до этого, потому что я стоял. Было бы побольше. Но уже ничего не изменить. В Ситимобиле, кстати, есть прикольная тема. Я теперь амбассадором Ситимобила становлюсь у входа. Есть такая тема прикольная. Можно убирать, допустим, платное ожидание, но вот представим какой-то конфликт. У меня была недавно ситуация, что женщина с ребенком ходила вокруг машины. И она заказала Ситимобил, не хотела садиться в Яндекс. Она свято верила в то, что приехал за ней не Яндекс, а Ситимобил. Только потом я смог ей объяснить, что, оказывается, человек может иметь нескольких агрегаторов и работать по ним, по обоим. И в итоге... Гугл. А где друг? Он пошел за фантой. Магазин? He wanted his Fanta. Okay, for девушка. Девушка Fanta, да. Только что-то это не Fanta. Смотри, у меня Fanta. Я не Fanta, но я просто буду открыть там. Тогда я скажу, что я не знаю, что я не знаю. Even though I always say this guy, not a same man. Let's go. Okay, let's go. My phone for this one. I see energy drink. Есть вопрос один. What are you love singer in Russia? Okay, me and my brother.
студент. А. Да, вроде. Нет, вопрос был только What are you love single singular in Russia? Какие-то был? Singular. Ну, какие-то певцы, которые поют песни. Русские певцы. Какие-то любите вы русских певцов каких-то определенных? Русские, а чуть-чуть. Не-не-не, сейчас. Сейчас. Так, о, неужели? Singer, Ali, that guy's name. In Russia, even. In Russia. Забыл. Russian musician. That guy singer, Ali. Всем привет. Не смог я снять конец видео, потому что села камера. В итоге доехали мы до конца, и у ребят недостаточно было денег. Сказали, что они студенты. Заплатили вместо 377 рублей 373. На что я им сказал, что как бы некрасиво. Написал письмо в поддержку. Посмотрим, что они ответят. Вот. Как бы этим все закончилось.